ktoś pomógł, tutaj jak się będzie. Сейчас назад вас потянет. Дальше вы вперед? Да. Сейчас назад потянет. Сильно не потянет. Сильно не потянет, но немножко потянет. Вот, видите, спасибо. Да. Всем поклонникам Динамо Московского плавания привет. Алисаманам, платформа, православные братья и сестры, все-все-все, поклон. Замечательные друзья. Или это так повезло? А в пасмурную погоду совсем не старая. А то, что в облаках получается, как, это не мешает? Нет, я имею в виду, когда облака совсем низко, это получается просто... живет, все, они уж пусть сами, да. А так, у нас по телевидению тоже говорят, что в Грузии детей едят, и вообще печально. Видите, это не так. Хотя давайте дождемся окончания этого видео. На всякий случай. А быть болельщиком Динамо, поклонником Алисы, православным христианином и оптимистом и приколистом невозможно. Ни одно из этих трех состояний ничего хорошего тебе в этой жизни не обещает, но... Да, на самом деле гораздо страшнее это с земли смотрится, ребята, потому что кажется, что ты куда-то, что там те, кто летают, их